Bakarkana avtonomiyen büdjet soruşunu deputatlar verdiler seslerini ki azaltma 20% finansları angıları doğru dolu Gagauzian Bakanı Komitetin işi için. Urguladı vice spiker Aleksandr Tarnavskiy. Мы не сократили ни одной штатной единицы в структурах исполнительного комитета, но попросили их оптимизировать неприоритетные расходы. Меньше осуществлять командировочных расходов, расходов на служебный транспорт, меньше финансировать вакантные должности для выплаты премий и так далее, и так далее. Халк топлушын депутаты Сергей Чимпаеш нышаныды ани идеи артырма дейіне бюджет финансларыны тутурырлы дилкепсионун коллегалары халк топлушында. Мы предложили вместо 15 управлений оставить 9 управлений, создать эффективное управление в Гагаузии. Целиком по этому проекту закона рассматривали сокращение порядка 50 миллионов лей, то есть сэкономили бы еще 50 миллионов лей. 17 миллионов лей примерно по внесению поправок в закон о бюджете, и тут еще примерно 50 миллионов. В общей сложности почти 65 миллионов лей. Почти все эти деньги мы хотели направить вам, уважаемые граждане, на поддержку в отопительный период. Каждая семья могла бы получить по 2, по 3 тысячи лей, значит, в поддержке. Но эти коллеги, вот о которых я, значит, назвал ранее, они, собственно говоря, не поддержали. Пресс-конференция сүрәсендә ачыкланды табер суыру шангысы бағалыйды, вермя ярдымы инсаннара кыш вакытында. Депутатлар ургуладылар, они оны лазым вермя масус тио яшайынара ангыларына опек лазымны. Мы предлагаем этот закон модернизировать, на его базе сделать модернизированную версию, исходя из тех реалий, которые сегодня сложились, и оказать, опять же, более существенную помощь нашим жителям в зимний период. Это может быть не только тысячи, может, полторы-две, мы должны сесть, деньги есть, мы знаем, где они. И поэтому нам нужно разговаривать, не заниматься политическим пиаром. Халк топлушын вице-спикеры Георгий Ильич, нышанада они депутатлар каблетлер канону вермеадине социал ярдымыны Гагаузиан курулуш темеленде дуран ветеранлара. Инициаторы данного законопроекта в лице тех, которые стояли у истоков становления Гагаузской республики, автономного образования, тот же Добров, Михаил Ковыржик, Иван Димитров и другие, они не ставили цель перед собой, и нам об этом открыто говорили, что для них не важно, будут ли не будут какие-либо льготы или материальное обеспечение, чтобы убрать вот эти инсинуации. Потому что вокруг этого закона очень много вопросов возникает, он подлежит доработке, но факт то, что в первом чтении абсолютное большинство депутатского корпуса, принявшего участие на заседании, согласилось с концепцией, что этому нормативному акту быть. Кепеля пресс-конференцияда депутатлар жуап етілер соғышлара журналистлерден депутат этикасы ичин, паалар ичин газахия башка соғышлара. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер.